Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки за США, Теодора Рузвельта Прогрессивиста, сетевая партия на восьмерых, где каждый сам за себя. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Я не решил, что в Бостоне строить, но можно тоже стены с одной стороны. Это друг спрашивает. Я просто надеюсь, что латнику... Да, отлично. Латник сюда встал. Потом его добьем. Тут нам главное... С лагерем разобраться. Ученичество и математик бы ускорили, кайф. Я даже их и открою потом. Не, Петру я все равно не буду строить, просто там один ход остался. Так, я бы тогда тут производство сейчас сделал. Блин, там дубалом идет. Ладно, пока так встану. Это прям вообще неожиданно было. Блин, ну, наверное, амбар все-таки надо построить. Дед, ты будешь обидеть или мы с тобой будем торговать? Сверху. Будем торговаться. Парни, ну, ты посмотри, сколько лесов. Получается. Два кампуса, квадрирема. Ты, получается, всех встретил уже? Нет, типа пока феодализм. Да, он справа от меня живет. Так, мне больше ничего нет. Надо найти. Найти чудо. Тут, конечно, надо клетку эту выкупать, но денег нет. Но я держусь. Так, что у нас тут еще ускорить? Водяная мельница. Водяная мельница. Ну, в Вашингтоне можно. Кстати, в Вашингтоне даже будет на что она работать. Один рез. Так, а карточка на военные лагеря... На... Выходишь. Да, вот эту карточку надо будет на гавани поставить. Разберемся с этими варварами, переключусь на античную республику. На... Блин, я думал, сейчас лучника убьет. Так, пойду чудо искать. О, тут меха есть, кайф. Тут хоть нормальный город поставим. Просто... Тридцать процентов при создании военных юнитов. Нормально. А тут точно больше производства. Сколько стоит эту клетку? 65. Денег нет, но вы держитесь. А, я уже ускорил ученичество, правильно? Так что лучше давайте янтарь пойдем обрабатывать. Со счастьем проблемы. Так, ну вот теперь-то более-менее у нас. Так, тут чисто производство, здесь. Ну, пока вот так. Мне бы Нью-Йорк, конечно, вырастить, чтобы... Вот эти все четыре клетки жителями Нью-Йорка обрабатывались. Но не видно, на чем это вырастить. Две пшеницы есть только. Ну, тут надо будет тоже ферму. С другой стороны, у нас тут тоже город должен становиться. Да, что-то, конечно, е.
бухта Халонг. Смотрим на престиж. Ну, всего две клетки. Но тут тоже классный город встанет. Так, эти ребята отправляются с тем лагерем разбираться. Меня снесли. Кто? Кто снес? Ну, сейчас. Да. Кто посмел? Хренаси. Да, сейчас он упадет на следующем ходу. Этот стек? Слушай, ну это я следующий, получается. Фига, вы уже сами в очередь устраиваетесь. Давай, не пропускай никаких вторженцев сюда. Слушай, надо нести мир на земле. Дед, ты чего думаешь? Так, следующим ходом покупаем посело в Бостоне. Там слева, но слева от нас падает шумер. Как бы Атини его собирает. Пускай падает. Чудет. О, правильно решил. Территорию. Ну, мне кажется, вот сюда, где у нас мечник стоит, я еще, конечно, сейчас сюда схожу. Тут выглядит, что вот сюда, ну, рядом с чудом получается. Тут две клетки чуда, на самом деле. Так, а что он отдает? Плюс 15 боевой мощи в обороне на этой клетке. Ну, такое. Здесь священное место на плюс 4, опять же. Я шумер встретил, да. Тут тропический лес тоже. А, нет, тут на плюс 3. Так, а ты... Кума здесь видеть собираешься? 3-4. Только пятый город. Вообще, ну, тут из-за варваров. Из-за варваров у меня медленное расселение. Чисто из-за варваров. Ну, пожалуй. Тебе и так много места. Дальше пойдет 100%. Тут армия такая, что и терять нельзя. Ну, тут, конечно, клетка престижная, с другой стороны. Вообще надо подумать. Вот тут-то у меня на плюс 3 встанет священочка. Но город в любом случае вот на эту клетку у нас идет. Так. А, все? Настолько быстро? Спасибо за игру. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо за игру. Там у Атини опять целый континент, он опять в туризм, что ли? Ну, походу, дело, да. Я даже второй континент не нашел, хотя довольно большую территорию открыл. Ох. Не, ну караван тут нужен. В следующей эпохе будем уже поселенцев. Ну хотя я тут, смотрите, где нам надо. Тут вот мы купили, я поставлю. Надо сюда будет построить посело, сюда. Палач, это, конечно, прикольные, конечно, горы. Я тебе дам. Я тебе дам. Ну, мне, наверное, в арбалеты надо выйти. Значит, у нас тут с варварами проблемы. Посмотрим, что. Так, я канадцу должен деньги отдать. А, подожди. Ты опять у него потребовал. Что-то денежные инвестиции. Я перепутал, я наоборот должен. Это я перепутал, откуда куда. Вот так.
Да, если честно, даже не знаю, какой смысл играть, когда тут вот стека 9 городов на 60 ход. Так а чего я не понимаю, почему соседи позволили отдать ему эту, все сидели, что чего ждали? Ну а что ты сделаешь от стеку? Ну как минимум с нескольких фронтов нападать, чтобы он не на одном... Ты чё, я разве собираюсь идти дальше? Чего начинать? Зачем тебе идти дальше, если ты игру победишь просто? Да потому что мне очень до дохода не от стека идти. Тут не то что далеко, тут супер хреновое место. Ты территорию посмотри сначала, Нидерланды, потом скажи. Это да, там ближе всем было Нидерландам в бой вступить. Ну как, блин, ближе всем? Да и зачем? Ты единственный его сосед, потому что который по прямой может к нему прийти. Вообще, как всегда, все объясняют, почему они ничего не делают. И чё нового? А дед сказал, что ему далеко. Мне далеко, да и смысла нет сейчас. Ну вот, попозже можно. Так. Война реальная или так же, как у нас? Да, тут хороший город. Тут, кстати, еще бы Геликарнас поставить и Лян вот в этом городе. Это будет вообще шикарный город. Не пойму, где мне в Бостоне священку ставить. Зачем за варварский? А с другой стороны, надо ли? Может, лучше сначала гавань? Это город. Латник. Англия. Я бы, наверное, сначала гавань тогда поставил. Сейчас мы поставим карточку на быстрое строительство гаваней. Следующим ходом. Так, в Вашингтоне. Наверное, уже пора кампус, как вы думаете. Или поселов. Давайте, наверное, поселов. Тоже поставлю карточку на поселов. Следующим ходом. Хотя мог отложить, кстати. Да, мог отложить. Так, давайте, наверное, из Бостона отправлю. Ну, может, там на пару ходов на то. Не сейчас, не сейчас, чуть позже. Ну, напомни, когда будешь брать. Напомни, когда будешь брать. Да, да. Значит, нам сюда город надо, сюда город надо. Слушай, это ГГшка, но вдвоем очень. Это будет 7. Полезно. Ну и тут еще надо будет расселяться. Правда, ресурсов нету. Просто я планировал, но что-то еще не гнил. Так, темный век. Канада в золотом. Исход евангелистов. Эти уже обращены, ну, 3 города, это 6 очков. Я бы скорее на все-таки на районы поставил. Теперь ставим карточку на создание. Где это вот? И на военные лагеря. Это убираем. Изоляционизм нет, потому что мы поселенцев на поселенцев ставим карточку. Тут бы я даже сразу переключил. Так, надо подумать, где нам тут все-таки священку ставить. Ну, я бы, наверное, вот здесь ставил, чтобы ничего не вырубать. А вот этот лес можно вырубить. Давайте, наверное, вырублю, чтобы... Вырублю лес, а потом пойду камень обработаю. Открою наемники, чтобы карточка была на ап. Я могу, например, уже в латников апаться, а денег нет. И в меня?
Ну да, давай в тебя, почему бы нет. Но мы не продавим. Может, отменим торговые пути для Атиньи? Ну, можно, можете отменить. Отменяем Атинью. А я в него смогу кидать? Нет. Нет. Я никогда не смогу. А ты нашел Атинью? В смысле, это мой сосед рядом. Я американский вам. А что там, каких великих людей не начислять? Ученых, чтобы никто в библиотеке не нашел. Разобрали. Нет, не забрали. Так, нет. Ну и предлагаю опять перерывчик традиционно. Не начислять ученых, да? Да, давайте. Десять минут? Угу. Так, не начисляются очки ученые. Международная Катинью. Отлично. Пока перерыв похожу тут. Так, они захвачивают. Должен убить уже, кстати. Так, ну кажись, с варварами, ну еще вот здесь, конечно. Но тут уже не так страшно. Тут чисто Новый Орлеан может отбиваться. Может, этого дуболома пока туда поведу. Так, это у нас к Бостону, да? Так, следующим ходом будет поставлен супергород. Клан Тихого Лиса. Тихой Сапы. Камень все-таки хочу сначала обработать. Надо вообще понимать, где уже районы ставить как-то. Начинать думать об этом. Прикидывать. Вообще медленное расселение из-за варваров. А варвары расплодились, возможно, потому что я долго в один город играл ради религии. Наемники, ну, наверное, пока не буду ставить. Пока нету смысла в арбалет апать. Или. Может, поставить все-таки? Я бы рапану и посюзи. Давайте попробую апнуть. Пожмякай. Так, ну тут ничего не меняется, да? Можно не переключать. Так, как мы можем тут в золотой век выйти? Чеф героический у нас в данном случае это будет. Ты ж там дорога есть? Укатываюсь. Так, ну кораблик надо будет построить. Блин, тут бы засвечивать территорию. Ну, собственно, я повел туда воина, что тут могут варвары появиться, и я тогда буду долго это место отбивать опять. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. А плучников, по-моему, тоже 60. То есть 120. Давайте, наверное, все-таки апну сначала владника.
чтобы этого латника сдерживать. Потому что если я апну арбалетчика, то латник все равно может ее завалить. О, мое. Мой офигительный, ну, знаю, город. Сверы нормально идет. Ну, короче, предложу. Ну, я, наверное, сначала все-таки эту, потому что тут производство больше идет. Так, значит, нам еще сюда нужен поселенец. Блин, я бы, наверное, водяную... А я, наверное, открыл уже, что... Нет, не открыл. Давайте водяную мельницу. Андрей, а ты вышел с Союза? Я не шел даже. Так, здесь мы с монумента начинаем. Да, вышел. Будешь Союз кормить? Ванец, у тебя будет второй жемчуг? Будет, наверное. Где-то был. Кинул предложение, не дал. Сюда, сюда. Да, нужно больше городов, конечно. А с другой стороны, мне... А тебе не надо, пошел, открой этот. Негде это все строить. Угу. Сейчас поторгуем, братан. 18. Хорошо. Ну, хорошо, в Нью-Йорке потом... гавань тут, тут кампус. Будет кампус на плюс 3 хотя бы. Поторгуем, да? Ты издеваешься? Я понимаю, что тут клетка на две культуры, но сами понимаете. Так, ну сначала святилище, потому что это еда, и Нью-Йорк расти за счет этого будет. Опять на юнит прям. Не, давайте пока, наверное, сюда пойду. Тут у нас поселенец быстрее бежит, чем дуболом. Везет ему. Как говорится, везет тому, кто везет. Наверное, сюда поставлю лучника. Латника сюда. Надо, кстати, три латника, между прочим. Построили район благодаря этому ускорение. Вашингтон нуждается в довольстве. Черт побери. Ну, с довольствием у нас реально проблемы. Так, тут меха надо обработать. Слушай, давайте я, наверное, этим рабочим сюда на меха лучше пойду сначала. Потому что это счастье. Блин. Ничего не понял, но очень... Давайте, наверное, постою, полечусь. Так, из Нью-Йорка в Вашингтон отбегал. Наверное, давайте из Цинциннати. Почему? Либо... Потому что они античности, средневековые фалташи идут. И галеры. А, точно. Как с дуболовыми получается? Угу. Прям как с лучниками получается. Ошибся? Да я не то что ошибся. Я отстаю, но, видите, да, панки, но у меня есть эта возможность. То есть у меня такая территория и, собственно, расположение, и такой сосед, который мне позволяет халявить. Но в плане халявить, что я немножко на другое фокус сделаю. Понимаете? Но дело в том, что, блин, проблема в том, что про исход партии решается вообще где-то не со мной здесь. Там где-то идут захваты, прочее, там туризм. Вообще нас с Канадой не касается, в этом проблема. На самом деле, лучше, конечно, быстрее было бы священные места ставить, потому что у меня там на еду и жилье, и города бы росли. Но у меня такая проблема с варварами, с деньгами, собственно, и с юнитами, что я решил сначала все-таки гавани. То есть я не могу строить священные места, не покупая клетки. Покупать клетки я не могу, потому что нету денег. Я тут пока постою. Иначе совесть.
Так, может пойти рыбы обработать? Купить клетки, имею в виду, их обработать, или все-таки камень? Знаете, первым зарядом камень, потому что есть он у меня в границах. Картография ускорена за две гавани. Да, и мне бы еще, конечно, две галеры. Сейчас на средневековой ярмарке отложить. Так, сколько у нас тут не сильно. Не, давайте тут используем один заряд еще. А потом пойду просто вот этот город обращу. Сразу. Кланится, а вот то, что ты у тебя на море Амстердам стоит, это внутреннее море или там есть проплыв дальше? Не, это внутреннее. Так, гавань мы в Цинциннати, видимо, будем, значит, ну, видимо, Галикарнас придется сюда ставить. А он вообще есть, да. К сожалению, тут вот классное место для Галикарнаса. Водяная мельница. Ну, наверное, пора кампус. Или посела, блин, еще. Ладно, давайте здесь посела, потому что в других есть что делать. Геликарнас строится рядом с гаванью. Можно еще, конечно, подумать про другие. Просто как бы жалко эту клетку, на которую бухта Халонг. Ну, тут как бы священное место хочется поставить, правильно? На плюс 4 с другой стороны. А, ну да, мы и думали, что там плюс 3 будет. Может тогда идти пока сюда и вырубать лес? А вот у нас на плюс 3 где ставится. Тогда, наверное, сюда на плюс 3. Но тут будет в итоге на плюс 2. Потому что мы сюда поставим Галикарнас, и тут тропический лес уйдет. Ну да, видимо, так и надо. Ой, блин, надо было сюда подойти и мечником выйти. Черт. Так, тут могут скаута ударить больно. Thank you.
пойду рыб обрабатывать. Так, что мы тут можем ускорить? Кампус нет. 4 торговых пути, да. 2 хода маяк, 3 хода. Морскую традицию мы, наверное, так откроем. Как раз 3 хода. Америка, ты тогда в союзах? Да, постоим здесь внутри. А сколько стоит торговца купить? 140? Придется строить, видимо. Так. Ну, наверное, все-таки гавань. Нет, подожди. Ну, я вообще геликарнас больше хочу. Чем священный, потому что и за счет гавани тоже город растет вообще-то. Подожди, тут разграблено? А когда тут успели разграбить у меня? Храм Артемиды канадец. Тут чисто производство. Какие у нас храм Артемиды тайминговые? В столице не было лагерей. Да это не в претензию, это так в целом и ситуация. Да я просто факт рассказываю. Так, ну тут норм. Производство. Так, а тут, наверное, можно... подсоединять вообще-то. У меня есть галера с 7 узлами. Тоже чисто на производство. Задрот, давайте. Да нет. Так-то? Галера, у нее 7 мулов. Да откуда ты? Нет, ничего особенного там не должно стоять, кроме рудника. Бонус соседства для гавани. Пока только золото будет давать, так что, наверное, нету смысла ставить. На поселенцев надо, на улучшение надо, на создание юнитов в гаванях надо. Сейчас вот... Хотя, может, мы уже после святилища гавань в Нью-Йорке... А, ну гавань мы еще в Цинциннати строим, да. Так, давайте потихоньку военную инженерию. Мне реально надо расселяться, а я не могу. Ну, то есть я очень медленно это делаю. Вот я ошибся с пингалом, надо было Магнуса тут на самом деле сажать. И, возможно, священное место сюда... Я бы все равно первым ставил священное место, просто надо было сюда и сразу думать про соседство этих тропических лесов. Ты скоро в союзу будешь? Кстати, а тут может все-таки... Тут холмы...
Угу. Я уже это. Будешь какой-нибудь? Любой, давай. Плюс 3. Промышленная зона плюс 2. Акведук мне тут негде ставить, да? Может, я думаю, сюда промышленную зону, сюда театралку? Потом тогда здесь еще венецианка встанет. Ты дружба принял? Да. Нет. Не видно. Ну, у меня стоит индикация дружба. Блин, ладно, тут ты надо подумать. Ну, с Англии. А, я еще не вышел. Я просто спросил Англии, ты ответил. Я в денежки иду просто. Нет, не отвечай. Так, просто стоим. Значит, этот у нас идет сюда. 69 науки, парни. Осуждаю деда. Да за что? За то, что ты слишком хороший. Ты что, самый умный, что ли, здесь? Ну, видимо, да. Вот осуждаем. Вот так. Здесь таких не любят. Здесь не любят умных. Гавань или... Ладно, давайте, наверное, все-таки гавань. Я храм могу за денежки попробовать купить на 240. Ну, просто сейчас пока есть в Нью-Йорке возможность роста. Надо переключить на это дело. На рост. А, я переключил, да? Так, хорошо. Так, теперь смотрим. Да, не убьется. Потому что если даже так я атакую, видите, не убивается мой, если я атакую, а уже защите он точно не сможет пробить. Ну что, покупать клетки? На самом деле жалко. Не, не покупаем клетки, идем железо обрабатывать пока. Смысл я пол, правда. Трата ходов. Так, здесь Лян, несомненно, в Цинценате. Ну и с правительственной площадью надо что-то уже решать. Блин, я бы в Вашингтоне больше не строил рабочих. Так, тут покупаем ступу. Наверное, давайте амбар один ход. Потом строителя. Мне еще нужны два города, но я бы поменял уже карточку. То есть я пока их не буду строить, поселенцев, так? Поэтому я бы взял... Ну, изоляционизм тоже нет, потому что мне город еще надо поставить. Давайте два... А это пока оставляем. Два действия. Службу... Должен Вашингтон до 10 вырасти. Сильно тут канадец влияет. У меня 14, у него 15. Ну я вот тут город поставлю, тоже обращу в религию свою, и мне этого хватит. Блин, дед не успел. Привожу другу, потом союз какой-нибудь. 8. 6. Это... Короче, он меня берет. Я подплыл, он обнул латника и стал там на корабле. Это про Ловенту? Пошли, пошли к лагерю. Так, а тут скаутам пора туда бежать, исследовать. Я был прав. Так,
из Филадельфии отправим. Ну, а тут из Орлеана появится и сразу. Я просто с двух рук чудеса строю. Так, военные инженеры отложим. Блин, галеры мне еще надо построить, кстати. Походу, ну... Точно. Мавзолей не вижу. Вижу, что он... Блин, в Геликарнасе построили все-таки. Мавзолей. Ну... Давайте строителя. Буду, наверное, все-таки сюда, скорее всего, священочку ставить. Еще раз проверим. А промышленную... Знаете, я, может, так... Ну, блин, хочется промышленную здесь. Просто думал, может, тогда сюда промышленную, а тут тогда правительственную ромашку делать. Но венецианка уходит. Иначе. Так, отправляем в Вашингтон. Отправляем в Вашингтон. Открываем средневековые ярмарки. Потихоньку торговый ресурс. Просто я госслужбу тоже должен ускорить. Чё ее так открывать зазря? Блин, Акад, ты тут мешаешься. Давайте апну в арбалетчика. Надо просто сейчас карточку убрать на ап юнитов. Блин, а что я хотел поставить? А, морских, да. Это пока оставляем все. А чё ты отказываешься от договора? А зачем тебе пробор? Хочу посмотреть территорию. Ты также можешь сгонять ко мне. Так, на аквакультуру сразу. Лян. Ладно, я спать не пойду. Спасибо, что дали посмотреть. Давай, приятной удачной игры. Ой. Спасибо за игру, Кагнур. Он просто смотрел. Так это в союзах американец будешь? Сейчас я посмотрю, сколько у меня до 10 жителей. Я как бы уже и открыл, но я жду ускорялку. Сейчас скажу. Ты в союзах? Я тоже за союзом. Мои лифи. Не, я в союзе не пошел. Где-то, я даже не вижу, где ты, а что нам с тобой союзиться? Я к моменту этого. Там твои города прямо напротив моих находятся. А, да? Так, 4 хода до союза. В момент того, как у тебя пройдет эта хрень, я зайду в союз. Блин, а может мне сейчас попробовать ускорить? Не, экономически, если какой-то другой. Не, 4 это хода все равно. На Нидерланды экономически. А, тоже. Ну, а культурный там. Не, культурный у меня будет сакританский. Может, нам лучше научный с тобой? Нет. У меня ни одного театралки не планируется. Я его напугал. О, мне просто не до них. Так, 10 ходов, и мне надо 10 очков, да? А, лол. Блин, ну и хрена ты тут стоишь, вот. Они делают Бермудский треугольник, и до него невозможно добраться. Ты можешь уйти хотя бы отсюда? Ладно, дед, давай пока. Только культурный. На Архипага. А, ты уже культурная, да? А какой ты хочешь? Какой у тебя там есть? У меня все есть. Так, в Бостоне галеру. Ну, кстати, южный может неплохо. Это я двумя галерами судостроения, да? Так, посмотри. Росфера мне нужна. Так. Тут галера готова. Ну, давайте амбар. Хотя рост есть. Итак, тогда давайте рабочего.
Гданьск напал. Тут еще где-то город ставится, тут город ставится. Просто где мне брать на все это производство? Ну, мне надо в героине. Ну, по-моему, там уже не будет покупка за веру. Хотя, подожди, это мы в средневековье выйдем. Нет, это мы уже в средневековье, не будет покупки за веру. Так, мне надо больше районов ставить. Ну, соответственно, вот я тут, например, священочку ставлю, получается. Это будет плюс очкам эпохи. Судостроение ускорили. Может, найти кого-нибудь? Господи, как? Что он тут стоит? Дебилоид. Ну, наверное, кампус все-таки наконец-то. На один ход займи, пожалуйста. Давайте думать о правительстве. Неужели вот сюда правительственную ставить? Или лучше вот сюда? Я уберу, конечно, опять же, тропический лес для священки, но будет стоять правительственная, которая ту же самую плюс один будет давать. Я думаю, что в Чикаго надо принести, мне кажется, тут канадец больше влияет, чем я. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра. А спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз большое спасибо за поддержку. Играйте в умные игры и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.